Всем привет! Как и обещал, записываю видео по акциям в мире и по магазину. Дополнительно добавлю, чтобы была более понятная картина. К сожалению, акции, то есть так, как я хотел именно снять Black Friday акции на всех серверах, не получится, так как на некоторых серверах ее не было, а на некоторых серверах она была немножко раньше, как оказалось. И там, например, на американских это был День Благодарения. Они не писали Black Friday, так как Благодарение у них важнее праздник, и он был 3 дня назад, он был 26 числа. Поэтому у них эта акция была немножко раньше, поэтому будет просто обзор, скажем так, акций и магазинов в мире. Начинаем мы с японского сервера. Будем смотреть, наверное, начиная с магазина, что доступно. Да, вот камни, сундучки, но я так понимаю, там с рандомным дропом сундучки. В принципе, пока ничего необычного. Ну вот камни для духовки доступны в магазине, но это за донатные камни, то есть, в принципе, ничего страшного в этом нет. Ну и обычные за славу. Да, то есть ничего тут особенного нет на Японии. В магазине смотрим акции. Так, здесь у нас акция. Нарядик новый. Ну, в принципе, тоже ничего такого. Да, японский, к сожалению, переводить я не буду. Это обычная акция на богиню. Вот, ударим. Дальше что у нас? Акция на одновременно идет еще на золотые яйца Бахамута. Бахамута Одина. Я зря, наверное, ударил. Да, вот бесплатно за вход вам дают камень для духовки и камни обычные магические. Здесь куча всего объясняется. У них. А, и вот за донат вот можно получить святыню на 4 слота, плюс дополнительно богиню гармонию. Смотрим, что еще. Это за небольшой донат, но это дневные. То есть это на один день, и это не нам долго. Так. Ну и также вот еще донат. И вот акция. Ну, в принципе, не особо так значимая акция для тех, кто только начал, возможно, она будет актуальна. А для тех, кто давно играет, в принципе, она особо ничего не даст, эта акция. Так, переходим на следующий сервер. Это у нас Северная Америка. Смотрим магазин на Северной Америке, что мы имеем. Немножко в акции минус 20. Обычные все айтемы, те, которые, ну, в принципе, да, вот зубы, грибы. Дальше смотрим, ну, немножко... Да, вот скидки у них есть какие-то. И за пополнение у них доступны билеты в призывные данжи, скажем так. Дальше, что у них за славу? Ничего особенного, да. За драконий кристалл, я думаю, здесь все у всех одинаково. И доступен вот такой вот примерочный, скажем так, магазин, где можно брать временно на 3 дня вещи, либо же покупать купон на месяц и бесплатно менять наряды. Дальше смотрим. Ивент. Стандартный обменник. Наряда, облика, да, или как там, рейтинг, что за рейтинг у нас, 9 камень, 8 и камни на 10 уровень, так, это по донату, в принципе, пока ничего такого не особо необычного, скажем так, нет, акция на молотки у нас тоже такое бывало, затрату купон тоже, так, угу. Что у нас идет, в принципе, тоже ничего пока такого сверхъестественного нет. На Америке все стандартно, за вход дают вот такие вот башмачки, или я не знаю, там как мечи. Да, акция на Бахамута и на пополнение, вот тоже акция. Сокровища, здесь что у нас, камни 7, я так понимаю, 8 и в конце вот 9, но это за 24 тысячи магических камней. В принципе, тоже ничего такого особого, все как обычно. Переходим к следующему серверу. Теперь мы находимся на арабском сервере. Смотрим магазин, что мы имеем. В принципе, магазин похож. Ну, вот есть для благословления бутли по 100. Они немножко дешевле, чем обычно. Так, VIP. Другой наряды, крылья. Ну, в принципе, все то же самое. И здесь все то же самое. То есть, ничего необычного. Дальше у нас... А, вот а камни, кстати, недоступны. Вот всего лишь атака плюс урон, смертоносность и прочность. Возможно, из-за того, что низкий уровень недоступный, возможно, больше на высшем уровне они появятся еще дополнительно. Так, и смотрим акции, соответственно. Так, акции на... Угу. При пополнении. Также вот можно покупать цветочки. Я так понимаю, за цветочки дополнительно. Ну, обычный донат. Да, 18-24, в принципе, ну, неплохой. Очень хорошо по миражам, тут очень много миражей. Дальше смотрим, за что можно взять за цветки. В принципе, вот наряды. Различные. Книжки, богиня и 9 камень. Ну, в принципе, такого особо ничего нет. Вот за донат можно, опять-таки, святыню на плюс 50% криту получить. Рейтинг. Ну, рейтинг обычный. Здесь 7 уровень, то есть тоже, опять-таки, ничего такого особого нет. Дополнительно еще акция на молотки.
Вот, по акциям можно взять крылья и облики оружия. Еще раз Бахамут. Акция была вот на Дионисию. Да, если я не ошибаюсь. Адметр. А, ну вот, немножко по-другому. В принципе, тоже, опять-таки, ничего особого. Обычная акция. Переходим на следующий сервер. Так, теперь мы на бразильском сервере. Смотрим магазин на бразильском сервере. Что мы имеем? Обычный пока магазин. Ну, вот немножко бутли есть по 100. Так, дальше что? Не знаю, что здесь за камни. Давайте, не камни, а сундучок. А, снаряжением для коня, я так понимаю. Давайте откроем немножко больше. Ради интереса, может быть, там выпадет что-то интересное. Ну, в принципе, это для коня. Дальше смотрим, что у нас есть. Но пока ничего такого особого. Все до боли старое и знакомое. Магазин стандартный, скажем так. И смотрим акции. Напоминаю, это Бразилия. Так, есть алхимия для айтемов ПВП-кольца. Дальше, это у нас... Ну вот видите, здесь пишет Black Friday. Это все-таки Черная Пятница еще есть в некоторых. Ну, в принципе, то же самое абсолютно, что и у нас. Вот восьмой камень, седьмой. Идентичная акция абсолютно. Дальше, что у нас? Да, вот слоты на крит. Вот акция на прочность на придонате на 21 тысячу, в принципе, тоже неплохая акция. Учитывая количество бутыльков, количество слотов и камней, то это, в принципе, хорошая акция. Так, здесь просто скидочные купоны, это за вход. Рейтинг. За рейтинг пандочек получаем, и, соответственно, за эти пандочек можем взять либо облики постоянные, либо шаги, либо облики оружия, либо айтем для 10 камня. Так, ну, переходим на следующий сервер. Теперь мы находимся на китайском сервере, самым ожидаемым, я думаю, по акциям и по магазину, так как здесь космические акции и халявный магазин, скажем так. Почему спрашивали, откуда там PvP мощь, да, 5000? Ну, это все просто объясняется тем, что у них, вот видите, все-все-все в магазине продается, и вплоть до айтемов на PvP кольцо. Есть лимит 2000 в день, но, тем не менее, за два магических камня можно купить одну единицу там определенного там айтема. И, то есть, в принципе, вы можете, если у вас доступны, вот можно покупать дополнительные проходы в инсты, в данжи, так скажем так. Также можно покупать, я так понимаю, это духовка, да, и на снаряжение коня, на снаряжение дракона. Что мы имеем за VIP? Ну, за VIP, в принципе. В общем, в принципе, здесь на... Здесь даже музыкалка продается за 3800. Ну, в принципе, короче, на китайском сервере можно купить все. Абсолютно все. Есть абсолютно все камни, абсолютно вот ездовые, абсолютно вот, все что угодно. Вот прям вот, ну вот все, что душе пожелает. Если у вас есть магические камни, ну, трансформу можете прокачать, вот любую, да, вот музыкалку апнуть. Вы можете сразу создать музыкалку, апнуть и прокачать на максимум. Абсолютно все, что вам хочется. Так, дальше что мы имеем? Здесь. А, здесь красные два снаряжения. Все так же. Ну, абсолютно. Ну, то есть объяснять мне, я думаю, не стоит, потому что здесь есть. Все. Вот просто вот все, что вы хотите. Вот в магазине зашли, у вас есть магические камни. Есть вот какие-то акции. Что это за акции? Давайте же разочек ударим. Ничего не получилось. Давайте здесь ударим. Ну, непонятно. Ладно. Дальше, что у нас есть за славу? Ну, камни все. Дальше, что у нас есть за славу еще? А, вот все на все вам духовочка, я так понимаю. Да? А, да, вот в день можно по одному покупать, за 100 дней вы можете купить себе духовку без доната. Также вот за 500 можно покупать камни улучшения духовки. Причем, я так понимаю, не лимитированы. А их можно покупать сколько угодно. Ну, всего-навсего. А Китай? Ну, что делаешь? А, вот и духовка. А, и них два еще есть там. Так, и снаряжение. Так, смотрим теперь акции на Китай. О, сейчас вылетим. Не вылетели. Смотрим акции на Китае. Так, это, я понимаю, обычная акция на богиню. Так, это вот рейтинг доната, пожалуйста, участвуют 30, не у нас, не так, как у нас первое, второе, третье, там, до 10 все, а вот первые 30 все участвуют, камни восьмые, седьмые, куча дополнительных камней, еще духовки и тому подобное. Дальше смотрим, что у нас, это за пополнение, здесь седьмой камень, ну вот количество, я не понимаю, 30 тысяч, чего именно, потому что... Дальше есть обмен айтемов магического кольца, абсолютно любой на любой, один в один и без доплаты. Дальше, кстати, здесь убрали автомат с монетами, и здесь просто идет обмен монет на золото. Вот. Одна монета 20 тысяч золота. Это при донате увеличивает количество камней полученных, да? За донат на 6400 получаете 8400.
Дальше что у нас здесь? Так, на богиню. Да, вот есть еще такой вот автоматик. Здесь святыня на 4, здесь у нас что, 8 уровень камень. И здесь есть пакты дракона, дополнительно золото и еще какая-то ерунда. И вот за донат опять-таки. Я не знаю, не могу сказать, что это, потому что 30-50 тысяч. Я не думаю, что это за донат 50 тысяч. Ну, все может быть. Вот 9 камень и еще 9. В принципе, 8 аспидов, 2 9 камня. Может быть, за 100 тысяч. Может быть, действительно так и есть. Ну, в принципе, очень много акций участвует. Вы один раз донатите и получаете очень много плюшек, бонусов. И при этом все остальное вы можете докупить в магазине за те же камни. В принципе, очень даже очень халява. Это китайский сервер, еще раз напоминаю. И переходим к следующему серверу. Это Юго-Восточная Азия. Не затягиваем, смотрим магазин. В принципе, магазин здесь уже обычный. Я думаю, ничего такого особого нет в этом. Ну вот, кроме токенов на данже, да, вот, которые можно купить дополнительно. Так, за славу все по старинке, то, что мы привыкли. Никаких-то экстра дополнений нет. И магазин, фэшн-магазин. Хорошо, смотрим дальше, что у нас есть. Ивент. Так, это обычный обменник. Дальше рейтинг. В рейтинге, ну, тоже стандартный рейтинг, то есть 9 и 8 камни, то есть ничего такого не особого. Акция на молотки, опять-таки на сабли для, вот, God Dragon, да, это бог дракон, вот этот вот. Смотрим награды. Ну, награды самые простейшие, то есть ничего такого необычного нет, все по старинке. Купончики за донат, обмен эссенций. Опять-таки за входы в награды. Смотрим. Акция на Бахамута. И за донат сокровища. Сокровища и камни. Да, вот 8. Вот 9 камень. В принципе, вот адекватные акции. И переходим на следующий сервер. Так, мы на европейском сервере. Я когда делал рейтинг, я сделал ошибку. Я сказал, что это Восточная Европа. Меня исправили. Это на самом деле просто европейский сервер. А Восточная Европа — это тот сервер, на котором играем мы. Там, где я написал Россия, это считается Восточная Европа. А это именно просто Европа. Смотрим магазин. Что мы имеем? В принципе, опять-таки, халявные бутыльки. Ну, не как халявные, но минус 20, скажем так. Дальше здесь все по старинке. Ничего необычного. Те же камни. И те же айтемы за славу. Фэшн-магазин. И смотрим ивент, то есть эти акции. Так, здесь обменник. Дальше что у нас? Вот на рейтинг акция. В принципе, адекватное, все то же самое. Но, кстати, здесь дают два камня, 2 сейчстона для обмена, ну, улучшения камней до 10 уровня. Так, обычный также обменник акционный. Мечи за донат, за количество доната. Так, обычная сотня. Так, бог-дракон, в принципе, награды те же самые. Так, здесь у нас... А, это затрату. Да, за растрату за 18 тысяч дают вот камень прочности и кучу молотков. В принципе, тоже хорошая акция на растрату. Это за логин меч. 7 дней. Это у меня просто персонаж очень недавно создан, да, поэтому 7 дней цели еще висит. Она не считается. И вот обычный, да, вот такой вот за донат. Опять-таки рейтинг. Не рейтинг, а вот награды за донат. В конце 9 камень, здесь 8. 8. 7. В принципе, тоже ничего необычного. Так, стандартная акция. Ну вот, за 24 тысячи, кстати, вот здесь награда хорошо. И метеорит, и Godly Orb, да, то есть, в принципе, вот. И 5 аспидов, в принципе, очень тоже хорошо. Так, и переходим на последний сервер. Это у нас Восточная Европа. Это тот сервер, на котором играем мы. Я опять-таки покажу все, как и было в видео о рейтинге, чтобы ребята со всего мира видели, что мы ничем не лучше их. И стараемся добиваться больших успехов, скажем так, в мощи и остальном, чем они. Не считая китайцев. Китайцы, конечно, очень халявные ребята. Так, и вот Dragon Кристаллы. В принципе, здесь ничего такого, здесь все стандартное. Смотрим акцию, ну, наш Black Friday, да, за донат у нас вот есть камни на артефакты. Один артефакт целый, пару, несколько кусков. Также дополнительно камни за донат. Вот, Валькирию и слот на плюс 50% криту за 18 тысяч доната, то есть за 600 долларов, ой, 600, 300 долларов. Так, распродажа у нас, тоже камни 7, 8 имеются, и остальное такое вот по мелочи, то, что не особо актуально. Награда за вход, дальше что, награда за растрату, это скидочные купоны. Также у нас была акция на мелодию, о, мелодию, гармонию F.
Так, и пандочки у нас на облике оружия, шаги и камень на 10 уровень. Здесь, соответственно, у нас по рейтингу пандочки. В принципе, это все. Это был последний сервер. Не знаю, если понравилось, пишите комментарии. Можем периодически проводить такую акцию. Я, конечно, хотел бы поймать Black Friday на всех серверах, но, к сожалению, я сказал, то есть это невозможно было, так как на некоторых серверах этого не было, а на некоторых серверах это было раньше, так как это было даже не Black Friday, а День Благодарения. Вот. Ну, возможно, на Новый год, на Рождество эти акции будут одновременно. Я постараюсь снять именно во всем мире там рождественскую акцию, либо же там новогоднюю акцию. Посмотрим, как получится. Всем спасибо, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки.